очень желает, чтобы много избранных, они закончили свое дело. Бог в плане Божьем, когда Он кого-то призывает, а мы все здесь призваны, скажите, я призван. План Божий такой, чтобы каждый, кого Он призвал, в любом направлении, закончил свое дело. Бог никогда не призывает человека с планом его развала. Он никогда не призывает человека с планом его уничтожить. У Бога план, чтобы ты закончил. И вот когда я смотрю в книге «Числа», 13 глава, там Бог призывал очень большое количество, не большое, 12 мощных человек. Говорится о них, числа 13 глава 2 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю хананайскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них». То есть в каждом колене была личность, которая считала в том колене главное. То есть, когда он появляется, все снимали шляпы, потому что в том поколении, в том колене он считался главным, самым сильным, самым влиятельным, которому стоит подражать. Заметите, когда Бог хотел, чтобы они это сделали, Он взял лучшее, что было. И вот это лучшее, среди них были некоторые люди. Назову только двое, потому что все остальные нас не интересуют, потому что эти главные, они даже первый этап Божьего призвания не выдержали. Отпали после первого, даже первой попытки. Читаем, говорится в 7 стихе. Из колена Иудина Моисей послал Халев, сын Иефонин. А 9 стих. Из колена Ефремова Осия, сын Навин. Но этот Осия, это его настоящее имя. А мы с вами его называем Иисус Навин, а оригинальное его имя было Осия. А Моисей его переименовал, и говорится здесь, что в 17 стихе, по-моему, написано, вот имена мужей, которых поселял Моисей, высмотреть землю. И назвал Моисей Осию, сына Навина, Иисусом. То есть оригинальное имя его Осия, а Моисей его переименовал в Иисус. И он стал Иисус Навин, а вначале он был Осия Навин. Почему я назвал только эти двое, Халев и Осия, или Иисус Навин? Потому что из всех 12 главных только двое исполнили это призвание. Только двое из 12. Если процентно взять, это каждый 2 из 12. Мне стало интересно, какие же были качества у них, что из всех 12 у них получилось. Халев, когда я смотрю на него, я вдохновляюсь, потому что Павел говорит, добрым подвигом подвязался, течение совершил, веру сохранил. 3 конкретных, друг от друга независимых, но взаимосвязанных действия. Есть подвиг, я подвязался. Есть течение, я его прошел весь,
А есть спасение в конце, мою веру я сохранил, и я спасся. И заметите, что иногда дьявол нападает на подвиг сам. И ты спасешься, но подвига уже нет давно. Многие люди здесь сидят, дьявол давно украл у них подвиг. Единственное, что у них осталось, это возможность спастись в конце. У некоторых людей подвиги еще есть, но, возможно, они его и не закончат. А некоторые уже остановились, и теперь они держатся только за спасение. А некоторых людей, бывает, подвиги есть, делают, но теряют спасение, веру свою в конце. Наша задача на этих трех уровнях сохраниться. Скажите со мной аминь. Подвигом подвязался, притом добрым. Течение совершить, а при этом веру сохранить. И вот получается, что Халев это сделал. И когда вот вернулись они к Моисею, и Бог разговаривает с Моисеем, и он говорит, чтобы они все были уничтожены. Но про Халева Бог говорил другое. И вот я хочу, чтобы мы с вами сегодня поизучали эти качества Халева. Пастор Генри, это Ветхий Завет. Ну да, но качество у человека, который Бог ищет, Бог в этом не меняется. Вы понимаете? Поэтому, когда Богу понравился Давид, он даже говорит, что Иисус сын Давидов, хотя Давид из Ветхого Завета, потому что, что Бог любит, он любит в Ветхом и в Новом. Поэтому мне важно, чтобы мы с вами посмотрели на качество этого халева. 14 глава числа, 24 стих. Говорится так. Но раба моего, халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, веду в землю, в которую он ходил, и семья его наследует ее. Заметите, Бог хвалит халеву. Знаете, что мне нравится? Если ты делаешь угодно Богу, не переживай. Бог видит, Бог знает, Бог в курсе. Мне нравится, как начинает Бог разговор об халеве. Он говорит в начале 24 стиха. Если мы желаем, чтобы радовать Бога в одном шагу с Богом, идти. Смотрите, что он говорит. Но раба моего халева. Вначале Бог призвал 12, но из них халев отличался. Заметите, почему Бог его называет моим рабом? Зачем он его призвал? Одно из самых первых моментов, который надо, если мы хотим, чтобы мы завершили свое предназначение, мы выполнили Божьи задачи, и мы сохранили веру, и мы стали людьми, которые повлияют на свое поколение во благо, приносить перемены в нашем обществе, надо согласиться со своим призванием. Скажите со мной, я призван. Если вы читаете в Библии, вы обнаружите, что всех, кого Бог призвал, они все удрать хотели от своего призвания. Они находили причины, они находили, почему это нет, почему я не могу, почему не получается. Если бы согласие человека с его призванием было неважно, Бог не заставлял бы с ним не согласиться. Он бы сказал, веришь, не веришь, все равно я сделаю. Бог пришел к Моисею и говорит, это находится в исход 3 главы 9 по 13 стих. Моисей, Моисей, да, сними обувь твою, место, на которое стоит святое. Снимай обувь. Я слышал вопли народа моего в Египте. Я иду избавлюсь. Ну, хорошо, Господь, счастливого пути. И он говорит, нет, ты пойди. Я?
Да. Он говорит, я не умею говорить. Что Моисей пытается делать? Моисей услышал призвание. Бог ему сказал четко, пойди к фараону. Так, Моисей в память вошел, убил египтянина. Фараон хотел его убить. Он не умеет разговаривать. Он померил себя со своим призванием и пришел к выводу, я не подхожу. Это не потому, что Моисей хотел просто быть наглым перед Богом. Он на самом деле не подходил с человеческой точки зрения. И вы думали, когда Моисей сказал, я не умею говорить, пошли другого, что Бог сказал, какой же ты смиренный, ты мне нравишься. Нет, Бог начал говорить, кто создает язык? Бог был недоволен. И смотрите, в конечном итоге Бог вынужден был из-за упрямства Моисея отдать Аарона в помощь. Скажите мне, кто создал золотой телец? Аарон, Моисей создал себе столько головных болей из-за этого ложное смирение, что я не могу. Из-за того, что он не хотел соглашаться с призванием своим. Заметите, Бог никого не использовал на этой земле, пока тот человек не пришел в полное согласие со своим призванием. Вот Еремия. Вот находится книга Еремия, 1 глава, 4 по 8 стих. Еремия, да. Раньше, нежели ты был сот, я соткал тебя в чреве матери, я познал тебя и призвал тебя, и поставил тебя пророком к народам. А он говорит, нет, Господи, я молод, я не могу говорить. И Библия говорит, и разгневался Господь и сказал, не говори, что ты молод, потому что ты пойдешь и сделаешь все, что я тебе поручаю. Сделаешь. Говорит, ну я обещаю тебе, я буду с тобою. Заметите, Бог заставляет Еремию согласиться с ним в его призвании. И вот это одна из самых главных проблем у многих людей. Бог тебе показывает задание твое, задачу твою. И поверьте мне, задачи от Бога редко являются такими, что я легко могу выполнять. Редко. Обычно они больше, чем я могу. Больше. Должно прийти глубокое внутреннее согласие с твоим призванием. Умоляю тебя во имя Господа, соглашайся, пожалуйста, что это ты тот человек, кого Бог призывает. Ради Господа, ради Его Царства. Это Он призвал тебя, зная, что ты неподходящий. От тебя Он только просит, соглашайся со мною. И вот дальше говорится, в этом 24 стихе, числа 14-24. Бог говорит, но раба моего Халева за то, что в нем был иной дух. Еще одно качество мы видим. У него был иной дух. Он другой. Бог, сам Бог говорит, у него иной дух. Это значит, Бог изучает наши внутренние настрои. Значит, Он изучает, оказывается. Значит, это Его интересует. Значит, Он наблюдает за этим. Он наблюдает за нашей реакцией на разные вещи. И Он делает, дает оценку. Он говорит, в нем иной дух. Он отличается. Он по-другому относится. Он совсем не так, как все.
он другой. И Богу это понравилось. Когда Бог создал человека, вы в курсе, да, что отпечаток пальцев никогда не повторяются? И все люди, которые жили с момента Адама, и которые поживут до пришествия Иисуса, никогда не повторится. Но не только пальчики. Говорят, походка. С момента рождения, с момента сотворения Адама до последнего человека, который родится последний, походка никогда не повторится. Есть двери в этой жизни, размеры которого это твое призвание. И никто другой туда входить не сможет. Вот поэтому мне нравится история человека по имени Иефая, который был изгнан из дома своими братьями, вон отсюда, в унижение, в отвержение. Мы тебя видим не хотим. Он родился от блудницы. Он этого не выбирал. Но когда наступил момент, где была проблема, которую решать может только один Иефай, им пришлось сказать: ой, мы не того выгнали, давайте за ним пойдем. Они приходят: Иефай, прости, вернись, пожалуйста. Не, вы же меня выгнали. Да, мы знаем, но задача, которая сейчас, ключ, это то призвание, которое на тебе. И по-другому не можем. Заметите, есть отличие твое. В чем же отличался Халев? Согласно числа 13 глава, 30 стих. Амалек живет на южной части земли. Это 13 числа с 30 стиха. Амареи живут на горе. Хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря: пойдем, завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, говорили: не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. Заметите разницу между ними. И вы понимаете, он говорит: завоюем. Значит, у него было полное доверие Богу. У него был внутренний настрой: у меня получится. Он не смотрел на препятствия. Он только видел движение вперед. Он видел глазами Божьими. Поэтому он, Бог назвал его человеком, который имеет иной дух. Ты имеешь в виду Халев? Да. Он же горденький. Чего он горденький? Потому что он сказал, что завоюем, сделаем, и значит, он горденький. Нет, это не гордость. Это человек, который соглашается с Богом. Это никогда Бог не работает с людьми, которые постоянно видят препятствия. Постоянно видят: не хватает денег, того нету, того нету, того нету. Вот сколько я встретил помазанников на земле, ни у кого деньги не хватает. У всех не хватает. Но они делают большие дела. А мы ждем, пока хватит. Богу понравился, что он человек иного взгляда. И смотрите, что он говорит в 14 главе, числа 9 стих. Только против Господа не вставайте. Он говорит: и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедание. Защиты у них не стало, а с нами Господь. Не бойтесь их. И сразу третье качество. У него, как тут говорится в 24 стихе 14 главы, Бог сказал: он повиновался мне во всем. И вот он говорит:
Не бойтесь, только не восставайте против Бога. Он посвящен и повинуется Богу. Теперь слушайте. Мы всегда чему-то, кому-то посвящены в любом случае. Всегда. Халев говорит, не восставайте против Бога, не бойтесь их. Халев посвящен, и они не меньше посвящены. Только они посвящены разным вещам. Халев посвящен, Бог с нами, получится. Они посвящены страху, не получится. Но нету ни одного непосвященного. Халев повинуется Богу, а они повинуются страху. Не нету ни одного, кто чему-то там не повинуется. И когда ты двигаешься в сторону Бога, ты повиновался Богу. Когда ты двигаешься в другую сторону, ты тоже в повиновении, только не Богу. Но все равно нету ни одного, кто живет в неповиновении. Проблема в том, вопрос в том, кому ты решил повиноваться. Раз в любом случае я кому-то винуюсь, или Богу, или дьяволу, тогда я буду осознанно принять решение повиноваться Господу Богу. Означая, везде, где страх, это заставляет меня повиноваться дьяволу. Везде, где неверие, это дает мне повиноваться дьяволу. А я хочу осознанно повиноваться Богу. Нейтральной зоны нету. Нету нейтральной зоны. Пастор Генри, да? В прошлом году Бог мне сказал, да, и что ты сделал? Я решил слишком тяжело. Ты уже повиновался, только не Богу. Ты 100% посвящен дьяволу. Ты 100% посвящен неверию, страху. Ты посвящен. Почему? 2 года ты исполняешь приказ страха. Не делай. В любом случае, ты посвящен. Поэтому единственный вариант остаться в стороне Бога, это шагать в любом случае. Даже когда не видно, как, куда, шагай, пожалуйста, в сторону Бога. Халев, он был посвящен. И вот что мне нравится, заканчивая все это. Бог в восторге от Халева. И Халев при том не меняется, исходя из времени. Он такой же всегда. Смотрите, как говорится о нем. Иисус Навин, 14 глава. Библия говорит с 10 стиха. Итак, вот Господь сохранил меня в живых, как Он говорил, уже 45 лет прошло от того времени. Значит, 40 лет они были в пустыне. 45 лет прошло. Это означает, сколько лет прошло всего? 85. И дальше говорится. Прошло с того времени, когда Господь сказал Моисею слово сие. И Израиль уходил в пустыне. Теперь вот мне 85 лет, но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить. Итак, дай мне сию гору, о которой говорил Господь в тот день, ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны Енаковы, и города у них большие и укрепленные. Может быть, Господь будет со мною, и изгоню их, как говорил Господь. Вот это ложь о том, что
оказывается, что, как говорят, в духе ты слабеешь с временем. Это неправда. Ты можешь быть сильным сначала, в середине и в конце, и во 100 лет ты можешь быть сильным навсегда. Сыновья Енаковые, готовитесь. Появилась другая личность в этом поколении. Вы привыкли диктовать? Нет, поменяется. В нашем поколении появилась группа людей, появились церкви, появились пастыря, появились служители, которые не так легко сдаются, как сдавались тогда. Мы упрямые до невозможности. Скажи со мной аминь. Скажи, я упрямый. Скажи, меня не остановит. Скажи, я пройду. Я пробьюсь. Скажи, получится у меня. Мы увидим спасенную Европу. Мы увидим спасенный русскоговорящий мир. Мы увидим спасенный мир. Мы увидим спасенную планету. Мы увидим Царство Божие, распространяющееся на планете Земли. Мы увидим потерянного восстанавливаться в нашем поколении. Мы это увидим. Оказывается, сила Божия может сходить, и можно почувствовать, и оно убирает болезнь. Вы можете закрывать мне правое ухо? Вы меня слышите? Слышу. А сейчас? Слышу. А сейчас? Слышу. А сейчас? Слышу. Слава Господу! Это ухо открылось. Дайте аплодисменты Господу. Это Коля и Леша, и до 4 лет они не могли разговаривать. С 4 лет их понимала только мама. И сейчас я с ними разговаривала, и я могу их понимать, и они мне отвечали. Скажи, я люблю Иисуса. Я люблю Иисуса. Скажи, я люблю Господа. Я люблю Господа. Дайте аплодисменты Господу. Нищета. Этот нечистый дух поражает прежде всего мышление человека. Везде, где неправильные взгляды, всегда дьявол процветает. Когда я размышляю над тем, как у меня плохо, не получается, не выходит, у меня не так, все не так, что у меня будет? Я буду неуспешен во всех путях своих. Выберите тогда, над чем размышлять. Чтобы принять жизнь, которую дал нам Бог в Иисусе Христе, нужно в первую очередь заменить мышление нищеты на мышление жизни с избытком. Как побеждать дух нищеты? Как стать успешным в жизни и быть функциональным в Божьем деле? В новой книге пастора Генри Мадава «Побеждая дух нищеты». Побеждайте дух, который разрушает и препятствует вашему развитию. Станьте свободными, и все, что будете делать, принесет результат. «Побеждая дух нищеты» – новая книга пастора Генри Мадава в супермаркете «Champion Books». Если ты жаждешь больших достижений, стремишься быть победителем над обстоятельствами, хочешь быть крепким и целеустремленным, приобретай книги и проповеди пастора Генри Мадава. В каждой из них ты почерпнешь свежую мудрость с Божьим присутствием, и это поможет тебе вырваться из плена безысходности и сомнений в Божье объятие. Сделать заказ вы можете по телефону или по электронной почте, которые вы видите на вашем экране.